килограмм и преодолеть такую дистанцию, тут набор высоты, то есть такой вообще, сложный достаточно, сама дистанция сложная, то есть, и чтобы преодолеть, нужно быть очень здоровым. Символ здоровья в наших горах – это лось, то есть существо 300 килограммов с такими вот рогами, которые по тайге ломятся и так далее. Ну, конечно, название полушутливое, но оно прижилось, потому что попадает в точку именно, характеризует дух этого чемпионата. Товарищ заместитель главного судьи, участники соревнований, посвященные экстремальному ритму, здоровый подход для участия в соревнованиях построен. Здравствуйте, дорогие участники чемпионата! Ура! Поздравляю вас с началом четвертого чемпионата, который стал за российским. Чемпионат называется «Здоровый как лось». Трасса в этом году изменена в лучшую сторону. Мы сделали кольцевую трассу по лесной части. Значит, добегаете до среднего лагеря. Средний лагерь располагается выше, на 5 километров от регистрационного. В среднем лагере вас ждет чай, если кому надо, подпитки и так далее. Дальше трасса идет по нижней тропе. Нижняя тропа, она идет направо от среднего лагеря. То есть направо вы ходите, потом идет подъем до верха, до плата. На плато, верхний регистрационный лагерь, где происходит контрольное взвешивание, вот, вы получаете регистрационный жетон. То есть регистрация на старте и регистрационный жетон, который вы получаете в верхнем лагере, дает вам право бороться за чемпионство на финише. Чемпионат называется он «Здоровый как лось», проводится на горе Большой Ремень. То есть это экстремальный чемпионат по схождению. То есть обязательные условия чемпионата – люди бегут с 10 килограммами за плечами. То есть это не легкоатлетическая дистанция, это дистанция именно туристическая. То есть специфика экстремального туризма вся соблюдается. За последние годы туризм приобрел довольно-таки большое значение, очень много желающих. Правда, участники последствий соревнований, желающие есть, их много, но некоторые идут просто для того, чтобы поправить свое здоровье, посмотреть наши условия, посмотреть нашу природу. Но с каждым годом становится все больше. Четвертый раз мы его проводим, но сейчас приобретает статус российского, потому что у нас гости из Уфы, из Челябинска, Катахвановска.
верхней столько впечатлений тогда не было. Очень творческая обстановка вокруг. Загребен тоже. Хорошая погода, да. Очень красиво, да. Ходили на лыжах сюда. Ходили в том году, позатом, да, ходили. Вот каждый раз идешь, каждый раз удивляешься, как красиво. Супер вообще. По нижней трассе идем первый раз. Вообще красота, да. Мы только как особенно городские люди, такие аж. Только охи, вздохи и ахи. И воздух. Воздух вообще такой стоит. Кислорода столько в городе. Очень понравилось. Это было первое мое восхождение на эту гору. Я думаю, что будет не последнее. Очень хорошие пейзажи, подкаменные реки. В общем, очень хорошо и понравилось. Спасибо организаторам этого празднества, так скажем. Чемпионата в том, что эта трасса доступна не каждому. То есть, чтобы участвовать, нужно решиться прежде всего на это. Ну, в основном это люди, которые знают, что такое лес, и ну, действительно обладают здоровьем, хорошим физическим здоровьем. И многие люди бегут, чтобы испытать свои силы, многие потому что любят именно соревновательный дух соревнований. То есть. Все эти качества, ну, все эти сплав этих качеств дает такой средний портрет участника соревнований, наверное. Ну, я как бы все равно восхищаюсь этими людьми. Вот. Почему? Потому что, ну, действительно, трасса очень сложная. Чтобы ее преодолеть, нужна и воля, нужен и характер, все. То есть, как бы, конечно, бегут и девушки, тут немножко другие уже характеристики идут, я понимаю. Но девушки, они... То есть, как бы номинация для девушки называется «Горный Алай». Но этим все скажем. Это нонсенс, как бы, да. Вот. То есть чемпионат он рано или поздно должен просто был организоваться, что мы и сделали. Ну, просто мы получили, каждый то, что хотели. Мы получили место встречи, кто-то получил место встречи вот, с коллегами, то есть по, ну, место встречи с братьями по туризму, так скажем. Да. Кто-то получил именно возможность выиграть чемпионат, кто-то получил возможность просто тут хорошо отдохнуть. Чемпионат хорош тем, что каждый человек, который приезжает сюда, он получает то, что хочет. Вот это вот, я считаю, определенная фишечка этого чемпионата такая. Четвертый из четырех.
4 раз участвовал, побеждая вот второй раз в этом году, второй раз в прошлом году выиграл. И вот в этом году довелось победить. Но соперники в этом году посильнее, чем в прошлом. В прошлом, видимо, погода напугала сильно. В этом посильнее была конкуренция до последнего, дышали в затылок. Вот, ну, видать, удача на моей стороне сегодня была. Победил. Со Скотава приехали первый раз. Здесь вообще и участвую, и нахожусь. Впечатление, конечно, непередаваемое. То есть, особенно наверху, как в другой мир попадаешь, очень красиво. Даже ради одного вида стоит туда забежать. Я лыжными гонками занимаюсь, а вот, ну, у нас ездят, так участвуют, а то есть тут пугали. Ну, название бежал, название, говорю, это соответствует моему марафону. Отлично. Один минус только вот пасмурно, было бы солнечно, мне кажется, я бы песню запел, прям опада. Было такое желание у меня, ну, думаю, ладно. То есть вот такое вот у меня впечатление осталось. Я думаю, что я сам преподаватель школы 112. Я думаю, что если вот возможность такая с автобусами будет, у меня много желающих будет выступить здесь. Даже можно поговорить с организаторами, может быть, без груза. Просто подняться старшеклассникам, они получат огромное удовольствие, мне кажется. Успеха. Терпеть. Тренировки и терпение. Вообще-то мои вторые соревнования в жизни, и это 8. В прошлом году был первый раз, в этом году второй раз. Так я больше как бы нигде не участвовал, 8 это же самый интересный, на мой взгляд. Просто бег это неинтересно. Вообще дистанция интересная, в этом году как бы очень сильные бегуны собрались, было очень интересно. Насчет сложности, я бы сказал, что сложнее готовиться, чем бежать. На самом деле, каждый день себя заставлять бегать, это сложнее, чем просто один раз это делать. Очень интересно. Мне очень понравилось себе впечатление говорить. То есть я выступаю первый раз, ну, обалденно. Особенно разница температур понравилась. Бегаешь, тепло-тепло, резко холод, снег такой. Ну, обалденно, в снежке охота было поиграть. И резко так же бежишь обратно, то есть валуны, все это, корни. Впечатление обалденное. Я думаю, что я буду сюда приезжать, еще семью свою привозить сюда буду. Так что вот, а, молодцы организаторы, молодцы вообще, просто молодцы. Все, отметка, разметка кругом, люди там идут, болеют. Ну, то есть, я под большим впечатлением. Спасибо всем. Приезжайте еще, люди!